Всем привет! Сегодня давайте поговорим о таком сайте YouTube Monster, с помощью которого вы можете раскрутить свой канал на YouTube. Ссылка на сайт будет, кстати, под видео. Если вы перейдете по ссылочке, то у вас откроется вот такое вот окошечко, такая вот вкладка, где надо зарегистрироваться, ввести имя на аккаунте, пароль, имейл, подтвердить, что я не робот. Ну и саму нажать кнопочку «Регистрация». И дальше заходите в свою почту. Вот приходит такая у вас такое письмо. Нажимаете на нее. Ну тут типа «Привет, что вы зашли, активировать свой аккаунт». Вот такое вот окошко. Чем хороша эта программа и с ее преимуществами, то что она выполняет все задания автоматически. Вам не надо сидеть возле компьютера и что-то щелкать. Будет все идти автоматически, вы можете включить на ночь. Она будет продолжать выполнять задания. Экран перейдет в энергосберегающий режим, а просмотры будут все равно продолжаться. Дальше. При выполнении 50 заданий, просмотров, вам зачисляется ежедневный бонус. Ну, не бонус, 500 кредитов, бонус 500 кредитов. Надо будет привязать свой канал, не свой канал, а создать левый канал и привязать его к этой программе, которая будет, ну, просматривать все эти видео. Конечно, нежелательно свой канал, который вы пытаетесь раскрутить, а создать левый. Дальше смотрим. Вот тут отражается список всех заданий. Давайте я вам покажу на русском, как языке это выглядит. То есть вот тут написано, сколько у меня в данный момент кредитов. Это вот ежедневный бонус, который вы можете, когда по истечении 50, у вас будет здесь стоять 50, надо выполнить, и сколько вы уже выполнили. Когда достигнете 50, то получаете это привязка к YouTube каналу. Вот это уведомление приходит, сколько вы выполнили. Ну вот, просмотрели 60 секунд, заработали 6 кредитов. Написано время, число, месяц, год. Так, дальше идем. Как запустить клиент? Нажимаете вот на эту кнопочку «Клиент», открывается такое вот дальше окно. Дальше запускаем. Так, открывается еще. Оно может открыться в окне, смотря как кто каким браузером там пользуется и как настройки браузера. Открывается такое вот окошко. Дальше нажимаем «Старт». И вот оно начинает загружаться у нас в окно. У меня в данный момент задания выполняются. Вот оно выполняется. Оно мне не мешает и в данный момент и записывать на Bandicam. И вот она выполняется. Вот второе преимущество этого сайта, то что сайт сделан для зарубежного пользователя. Поэтому вы будете получать больше денег за просмотры и клики по рекламе. Задание. Дальше. Панель приборов. То есть вот она сейчас и горит у нас. Панель приборов. Это мои задания, которые у меня уже запущены. Задания выполняются. Вот у меня заказал 83, сделано 6. Ну вот они все мои задания. В данный момент 6 заданий. Дальше. Как добавить задание? То есть нажимаем вот сюда. Открывается такой вот, у нас такая вкладочка, где надо добавить URL. Не вот эту вот ссылку, а вот взять вот отсюда, скопировать, ставить. Дальше идет просмотры. Если я сделал, можно комментарии, лайки накручивать и подписки. Но нас более интересуют просмотры.
Дальше идет. Сколько вам нужно времени? Что тут тоже преимущество этого сайта. То есть вы можете сами выбрать до секунд, сколько вам надо. Начинается от 20 секунд и, по-моему, до 800 секунд отправлять задание. То есть нажимаете, и она вот секундочки отсчитывает. Давайте я вам покажу, вот 60 секунд. Дальше. Сколько вам просмотров? Ну, допустим, 25 просмотров. Но 25 не будем. Давайте я вам покажу, сколько будет стоить один просмотр. Вот один просмотр. И здесь показано 18 кредитов. Ну, 18 баллов, 18 кредитов будет стоить. То есть, чем больше вы прибавляете, тем число растет. Дальше. Настройки. Здесь вы можете, сколько вам в час надо сделать ваших просмотров. 1, 2, 3 или там больше. Здесь разбег, чтобы вас YouTube канал не вычислил, надо делать разбег. Ну, приблизительно вот так вот сделать можно. То есть будет у вас идти просмотр от 56 секунд до 60 секунд. Ну, дальше нажимаем активировать ваше задание. Дальше идет реферальная ссылка. Вот ваша реферальная ссылка, которую вы можете другим участникам предоставить. Вот такая у нас программка. Ну, тут дальше еще разные переходы, я им не пользуюсь, ежемесячный конкурс какой-то. Ну, может, кому будет интересно, сами попробуйте, посмотрите, что к чему. И еще раз напоминаю, что ссылочка на сайт будет под видео. Всем удачи в раскрутке своего канала. Пока!